особнячок. Да, нехорошо с ветерком по поселку ездить. Но нам надо за ребятками успевать. И нам надо еще и на встречу одноклассников успеть. Поэтому едем, 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 едем. 70 км в час, но не особо я нарушаю. Знака тут нету, что 40. Да, подустал я. Лишь бы не вляпаться никуда. Такое ралли. Париж-Дакар. Вон люди идут, очень интересно. Что за люди, куда идут? Что за люди, куда идете? Домой. Куда еще-то идти? Идти можно только домой. Идти можно только домой, друзья. Да, вот тут какие-то болота, Нижегородские, а это еще, наверное, Подмосковье, черт знает. Или начало Вадимовской области. В общем, точно не могу сказать. Включаем пробку, как ненормальные. Через 300 метров поверните направо. Направо. Вообще-то у меня такое чувство, что нам налево. Ой, здравствуйте, ямочки.